За лесными пожарами будут следить старосты деревень и космические спутники. Спасатели Сибири, Дальнего Востока и Урала обсудили, как будут бороться с огнем. По данным МЧС, в прошлом году ущерб от стихии только на Дальнем Востоке в 4 раза превысил показатели 2015 года. Основная причина – мелкие возгорания на подворьях и недостаток силы органов лесохраны. В МЧС разработали специальную методику, по которой и будут отправлять бригады спасателей для тушения лесных пожаров. Сообщать об очагах возгорания будут напрямую главам районов. Мониторить ситуацию будут с помощью спутников на орбите. На местах за ситуацией проследят старосты деревень. Такая практика помогла сократить количество лесных пожаров на 20%, а их площадь почти в 2 раза. В Омске, в районах области, местные власти уже готовятся к пожароопасному периоду. Сейчас мы будем проводить акцию «Чистый лес. Безопасная территория без огня» в Сибирском федеральном округе, которая позволит нам обслужить те просеки, дороги лесные, минерализованные полосы и, соответственно, прилегающую к населенным пунктам территорию очистить от мусора, тем самым не допустить перехода огня на населенные пункты.